Да, какой у вас вопрос? Почему, когда был старый провод, у меня при определенном напоре не было такого дребезжания? А покажи, как дребезжит. Сейчас покажу, как дребезжит. Понятно. Ну, это связано, скорее всего, с тем, что отложились соли из воды, известковое отложение, и нужно просто промыть каким-нибудь... Какие известковые отложения? Мне кажется, что вот этот провод, он уже, чем тот, который был прежде. Возможно, сейчас все делают дешевле, тоньше. Он же был ломается шире. Все быстрее. Но ты да. можешь посмотреть на него дома, он был шире. Да, такие некачественные китайские провода делают. Ну, он уже, и поэтому идет какое-то сопротивление, я уж не знаю, как это по-физски точно называется. Трепещит. Чего ж мне теперь сильнее струю нельзя сделать, хотя это, в общем-то, она, в принципе, считаешь, не что нужна. Это массажный эффект. А что она мне, в принципе, не нужна, сильная струя, но все равно иногда можно включить. Так, ладно. Там у меня в отсюке бит. Все.